преддверии паводка администрация обратилась к председателям гаражных кооперативов и садовых товариществ. Управление городского хозяйства просит садоводов и автовладельцев расчистить мусорные заторы водостоков и русел рек Тартатка, Курья, Байкал, а также ликвидировать несанкционированные свалки на прилегающих территориях. Как отмечают специалисты, эти меры помогут снизить вероятность подтопления и обезопасить территорию от пожаров.